Леша, дорогой, я хочу тебе показать, как работает солнечная система. Вот, вот это солнце. Где? Вот это солнце. Да. Ты почему я думаю, что выбрал самую большую? Потому что, в принципе, она самая большая. Да. Вот, я выбрал ее. Да. Теперь, где мы? Как ты думаешь, где мы? На солнце. Нет, ну, в смысле, Земля. Планета Земля. В этой. Близко. Да, я согласен. Где-то вот эта Земля. Ну. Да, вот она такая. А этот тоже тогда будет. А это другие планеты. Я не знаю, как они называются, но они другие планеты. И вот она. Это азербайджанский. Ну, в принципе, да. Потому что, в принципе. Они такие, знаешь, вот такие, они осмоя. Но на самом деле говно полное. То есть вот эта Земля. Вот она, видишь, да? Вот видишь, да, она такая большая, мощная. Вот. Она где-то находится вот где-то между вот Юпитером, да? И еще какой-то планеты. А между ними еще две. Луна, вот которая нам светит. Знаешь, кто нам светит? А если белые сзади обойдут? Ты имеешь в виду белогвардейцы? Да. Ну тогда вообще-то к планете будет. Вот ты где будешь? Вот короля белые будут. Вот ты где будешь? Ты знаешь, я тебе одну вещь скажу, да? Ты мне прости, пожалуйста. Да я вот с яблоками не могу это дело решать. Я могу с картошками, как Чапаев. А вот с яблоками у меня не получается. Потому что когда я начинаю с яблоками это все делать. Это только про землю. А оно какое-то кислое получается, понимаешь? А вот когда с яблок. Смотри, красиво. Да, это солнце. Это солнце. Оно светит всем. Ты знаешь, вот это слово? Солнце светит всем. Выключай нахер. Причем солнце светит всем. Почему? Вот ты хороший человек или плохой? Как ты думаешь? Нет, ты хороший человек или плохой? Я и не хороший, и не плохой, но я заебательский. Да, но вот ты представь себе, что солнце светит и тебе, как хорошему человеку, и мне, как плохому человеку. Не может быть такого. Да? Представь себе, заодно где-нибудь вот там, да? Ну посмотри на солнце. Нет, посмотри на солнце. Я не согласен. Посмотри на него, да? Я не согласен в такую сторону. Почему? Потому что. А потому что оно более мудрее, чем мы с тобой. Лучше, чем я, поэтому. Да, ну а солнце как? Нет, солнце не может светить так же хорошо. Нет. Я тебя прошу. Причем, знаешь, я его попросил, чтобы оно светило тебе больше. Нет предложения. Да. Давай оператора отпиздим. Ты имеешь в виду, который слева снимает нас? Это какой-то хрен там что-то. А как с планетами быть? Ведь если у нас еще 4 планеты, вот эти, я не знаю, как с ними быть. Ну согласись, Сатурн, Юпитер. Это же было бы оригинально, если бы оператора отпиздили. Нет, само собой. Ну давай с этими вот этими сейчас решим, а потом отпиздим. Хорошо. Я тебе показываю удар, да, который называется. Око-йоми. Это трактовка твоего удара. Давай.